Всем привет! Сегодня у нас обзорчик на телефончик, значит, Nokia 3720. Сейчас его буду распаковывать и буду смотреть, что там у нас за телефон такая пришла. Так, это значит телефон. Тут у нас зарядное устройство Nokia. USB-кабель. Наушники. И мануал, соответственно. Сама коробочка. Коробочка стандартная. Ничем не выделяется. В сторону. Сам телефончик. Телефончик я уже смотрел. Он сейчас включен. Сейчас посмотрим внешний вид. Есть такая штучка. Так закрывается у него крышечка. Камера, писали, вспышка, динамик. Тут есть еще вот такие вот разъемы. У нас 3.5 или 2.5, по-моему. А, 2.5 разъем под наушники, микро USB. Ну и разъем под зарядку. Этот телефон позиционируется как пылевозащищенный. Вот. Пальцем его так просто не откроешь. Плотненько, однако. Ну, ладно, открывать его сейчас не буду. Просто пробежимся по самому телефону. Unlock. Так, unlock. Вот надо русский язык выставить. Так, русский язык здесь есть. Все, русский язык выставили. Ну, все как обычно, в принципе, в старых Nokia. Ничего нового. Нет, и быть не может. Телефончик неплохой. Звук довольно громкий. Камеру я не тестировал, но думаю, что есть смысл это тестировать, потому что 2 мегапикселя, сами понимаете, немного. Так, сейчас посмотрим информацию по самому телефону. Есть такая штучка, вот так можно увидеть здесь версию прошивки, дата выпуска телефона, 07.12.2009 года. Так, новый language. Ну, собственно, все. Ну, собственно, все. Микрообзор закончен. Всем спасибо, до свидания.